Данный узор называется медовые соты. Раппорт составляет 4 петли. Я буду набирать 4 раппорта, то есть 16 петель, и еще половину раппорта, то есть еще 2 петли, всего 18. И одну петлю нужно будет добавить в конце набора, то есть 19 петель нужно связать. Итак, делаю первую петлю и вяжу 19 петель. Раз, два, три, 4, 5 и так далее. Мне нужно набрать 19 петель. Итак, я связала 19 воздушных петель. Теперь мне нужно набрать 4 петли. 1, 2, 3, 4, даже 5. Так, затем я пропускаю эти 5 петель, пропускаю угловую и еще одну петлю, то есть 2. Всего получается 7 петель, и в восьмую петлю вяжу столбик с одним накидом. Вот таким вот образом я это делаю. Получаем вот такую вот ячейку. Затем вяжу 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Пропускаю внизу 3 воздушные петельки и вяжу в четвертую, 1, 2, 3, и вяжу в четвертую столбик. Так, теперь опять вяжу 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, внизу пропускаю 3, 1, 2, 3, и в четвертую вяжу столбик. И так далее нужно провязать до конца данной цепочки, такие вот большие ячейки. Вяжу последнюю ячейку, 1, 2, 3, 4, пропускаю 3 и в последнюю делаю столбик с накидом. Так, получаем вот такой вот первый ряд. 4,5 раппорта у меня получилось. Теперь набираю 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И делаю крепление с помощью столбика вот сюда. Крепить я буду насквозь цепочки, то есть прям вот так вводим крючок и провязываем столбик. Таким образом, это тоже половинка раппорта. Затем 4 воздушные петли, 3, 4, и опять делаю крепление посередине цепочки. И так далее до конца ряда нужно довязать. Итак, довязываю второй ряд, у меня осталась одна ячейка. 1, 2, 3, 4, и делаю крепление вот сюда. А дальше ряды будут повторяться, то есть сейчас я набираю 5 воздушных петель, 4, 5, и делаю крепление в центр вот данной цепочки, то есть половинку раппорта. Затем все то же самое, 4 петли, столбик, 4 петли, столбик, 4 петли, столбик и так далее. Количество рядов вы вяжете такое, какое вам необходимо. Итак, я связала 5 рядов. То есть вот таким образом будет выглядеть данный узор. Количество рядов вы вяжете такое, какое вам необходимо. Количество петель набираете тоже такое, какое вам нужно. То есть вот таким образом получается такой вот узорчик.